Привет, ребята, вы на канале Топ Дешов. Ребята, хочу вам порекомендовать вам один очень интересный канал Топ Дешов. Парню всего 9 лет, но он уже делает очень крутые эксперименты, собирает лего, тестирует классную технику и рассказывает о своих путешествиях. Вам будет интересно, обязательно подписывайся, загляни по ссылочке в описании, ну и напиши под любимым его видосом, что ты от Холдика. Ссылка в описании. Привет, дорогие зрители, меня многие спрашивают, когда будет глобал, и вот я нашел тему для глобала, искал какую-то интересную колоду, думал, чем бы поиграть, чем бы разнообразить, потому что, ну, големам надоел, видите ли, гигантам не хочу, хогам не умею, в общем, листал ATV Royale и наткнулся вот на такую колоду, это топ 80 мира, колода Пека плюс Арбалет. Я ее скопировал, собственно, и хочу эту всю движуху затестить. Если вдруг, а вдруг это ко мне зайдет? Ну а мало ли, она непонятна на первый взгляд, а может быть, ну, достаточно играбельная. В общем, ну, по мне как бред, а так, не знаю. Эта дека попала в TV Royale, я ее должен затестить. Короче, сейчас будет глобал, заодно попробую взять 4900. И в скором времени я уже, ну, может, еще дней 5, ну и начну поднимать глобал на своем аккаунте. Ну, может, дней 7, ну, 10 где-то, ну, 20, не знаю, короче. Ребят, еще одна новость, смотрите. Мне просто заспамили... все комментарии, хотел сказать ЛС заспамили Богдану, комментарии мне заспамили везде, на Ютубе, в паблике, в ВК. Где результаты? Холдик, сегодня суббота, ты говорил субботу. Вот, результаты будут сегодня на стриме приблизительно в 9-10 по МСК, поэтому приходи и узнаешь, кто победил. Если ты еще не участвуешь в конкурсе на бесплатные эмоции, вот с этим хогом, я условия оставлю в описании, там подписаться на канал, добавить друзья, репосты, все, и приходи сегодня на стрим, узнаешь, вдруг ты выиграешь. Вот, в общем, участвуйте и ждите стрим. Поехали. Кстати, еще сегодня, возможно, будет еще один видосик по моему твинку. И вполне вероятно, что вам не может прийти не колокольчик. Блять. Может прийти не колокольчик. Что я... Вам может не прийти уведомление. Поэтому нажмите на колокольчик, следите за каналом, за стримом, за видосами. Потому что сегодня вот реально могут больше вам уведомления не приходить. Такое ощущение, что есть лимит на уведомления. На первое-второе видео приходит, а дальше сиди гадай. Вот, поэтому не провороньте, а то потом будете ныть. Я не знал, я не видел, и когда результаты, почему я об этом не был оповещен. На колокольчик нажимай, и все будет хорошо. Так, только не гигант. О, боже. Только это сказал, и гигант. Окей. Отлично, у него не бревно, поэтому... Что? Поэтому он не сможет переагреть голема, да? Надо бы, чтобы громовержец не сдох, иначе вообще трындец будет. Все, отлично, задефались. Урона мы побольше нанесли. Сука, ненавижу играть арбалетом против гиганта, вот честное слово. Но мне повезло, что у меня какая-то гибридная колода, у меня есть пека, поэтому что-то тут... Ну, какая-то движуха должна быть. Окей, сборщик сейчас нету смысла ставить, потому что, скорее всего, будет атака. Ну, мы подождем, давай, мы ждем. Мы ждем, но что-то ничего не происходит, поэтому воткнем сборщик сюда. Сейчас фаербол прилетит нам. Как думаете, пеку ставить или громовержцем дефать? Я думаю, что ставить пеку придется, потому что громовержец будет долго ковырять гиганта. К пеке, что нам к пеке? Я думаю, что лучше подкинуть, конечно же, палача. Но опять же, не спешите его подкидывать, чтобы он не испугался. Слушайте, а что, давайте вот гарбалет еще поставим. Неплохо, неплохо. Так, что ты предложишь нам? Окей. Здесь у нас палач пойдет. Жалко, жалко, конечно, пеку. Но он протанчил, нормально. Не получилось, не фартануло. Окей, ладно. Сливаем, короче, ледяного духа. А где мои... Где мое хп? Хп нету. Ё-моё, а я же на трешку-то не возьму его. Зачем я сколько сборщиков наставил? Ладно, сейчас будем переходить с дефа в контратаку. Пошел пека. Так, дальше у нас, скорее всего, громовержец вот здесь. Специально под фаер подставляю. Здесь палач. Так, непонятно, зачем он сплитит юнитов. Очень непонятно. Так, давайте здесь так. Поехали, сейчас второй пека будет. Давай гиганта, я жду гиганта. Окей, пошел второй пека. Так, здесь у нас палач. Блин, он сейчас до второго фаера прокрутится и минус арп. Давайте попробуем с помощью торнадо быстренько забрать его всех юнитов. В принципе, неплохо, неплохо. У меня здесь второй уже арбалет. Запускаем, короче, ледяного духа. И ставим еще один арбалет. Ё-моё,
Но там сейчас будет второй гигант. О, не туда фаер кинул. О, ну все, до свидания. Пека. Отлично. Надеюсь, запа у него нет. Ух, как-то сложно все равно. Какой-то, ну, додик против меня играет, а мне все равно сложно. А, нет, зап у него есть. Зап у него есть. Отлично, фух, повезло. Да ну, сложно как-то. Вот я поиграл, и я понял, что не хватает. Не хватает там фаера какого-то, ракеты, пойзена. Вот, может что-то как-то интегрировать их в колоду. Только не знаю, вместо чего, вместо сборщика. Да, в принципе, почему бы и нет, можно вместо сборщика. Блин, ну и колода, ну давайте еще, может 4900 с ней возьму. Как вам эта колода, напишите в комментариях. Ну, забавно как-то играть пекой и арбалетом одновременно, ну ладно. Так, сборщики я вообще люблю, но что-то он как-то в этой колоде не сильно логичен, этот сборщик, потому что, ну вот видели, да, у меня много было эликсира, как бы спамил, но... Ну, камон. Ну, он как-то нереально нелогичен. То есть не было такого, что начался двойной эликсир, все, я на три короны пошел. Тут такого нет. Ставим арбалет. Сейчас опять гигант. Вот я вам отвечаю, это назло мне будут гиганты подбираться. Гадалки не ходи. Гадалки не ходи, ребят. Одни гиганты будут. Вот стоило мне взять арбалет. А вот когда я играю Хогом там, или не знаю, Големом, к примеру, да хрен мне гигант подберется. Ой, вообще красавчик, вы посмотрите, что Пека сделал. Ну что, не ожидал, да? Не ожидал? Колода, слушайте, она такая, ну, нестандартная и что-то умеет. Но неуклюжая, как по мне. С Пекой я, вот, мне кажется, неуклюжая колода всегда. Я с Пекой не умею играть. Но она у меня 8 уровня, поэтому наваливает она не по-детски. Пойзен. Сливается пойзен. Ну, в принципе, сейчас можно, типа, арбалеты не ставить. Можно... Ух ты, блин, смотрите, как там манит меня громовежец на 3 короны. Ну, мне нечем на 3 короны идти, серьезно. Был бы гигант или голем, я сейчас бы сразу поставил бы. Окей, давайте сольем ледяного духа, не знаю. Окей, здесь у нас пойдет палач, по идее. По идее, сейчас гигант будет. Попробуем, смотрите, как сделать. Вот так вот пеку выставить. Отлично, забрать его принца. Забираем принца. И смотрите, мы задефались, да? И можем продолжить атаку, да? Логично же. Ну да, вроде можем. Смотрите, очень серьезная комбинация. Пека, палач идет еще. Торнадо у нас есть и стоит арбалет. Мне кажется, невозможно сейчас арбалет остановить. Ну разве там ракетой? Но у него нет ракеты. Так, давайте здесь гром. Тихо, эй, хорошо. Он запнет сейчас, по идее. Да, зап, отлично. Ну, давайте попробуем уничтожить его принца. Хорош, хорош, вообще шикарно. Прикольно. Так, давайте теперь ждать его гиганта. Смотрите, здесь ставлю палача. Пеку пока не сливаю, до того момента, пока он не выставит гиганта. Так, ну, ладно, ладно, я понял. Давайте ставим пеку. Ставим пеку. Здесь у нас громовержец. Здесь у нас... о, смешно, смешно. Так, блин, пека-то сдох. Ну ладно, ладно, все нормально, все под контролем. Все хорошо, у меня есть второй пека уже. Ить. Успеть, главное, чтобы мушкет не сагрился на баш. Он сагрился, да? Нет, как мне теперь ее снести, ё-моё. Это будет сложно. И вот если потеряю одну башню, вот все. Блин, он красавчик, друзья, он реально красавчик, неплохо сделался. Провернул, короче. Ладно. Так. А чем мне его, бревнами закидывать? Вот не хватает, видите, спылов не хватает. Блин, не дает, парниша не дает мне тупо ничего сделать. А давайте попробуем поставить сборщик эликсира, мало ли, будет яд сливать. Хрен его знает. Так, здесь тихо, отлично, он яд слил. Я не знаю, почему это отлично, но мне нравится то, что он яд слил. Сука, как он все вовремя-то выпускает. Так, громовержец. Оп, оп. Да ну что такое, ну как этой пекой выиграть-то, а? Бревно. Бревно, бревно, бревно. Так, здесь пека. Так. Так, во. Вот так, во, сейчас с помощью торнадо попробуем задефаться. Так, хорошо. В принципе, и палач выжил. Но, ё-моё, как мне поставить... Давайте попробуем. Давайте. Мало ли. Вдруг прокнет. Так, хорошо. Нет, не прокнуло. Ладно. Гром.
минус гигант. Да фак, вообще не получается. Бред какой-то. Реально, тут сборщик нафиг, наверное, не нужен. Так, здесь пека. Здесь торнадо. Торнадо сюда. Все подошли поближе к пеке. Мушкетер, ты что, особенный какой-то? 800 хп. Ладно, ставим арбалет. Здесь забрасываем так. Ну, блин, все равно нет. Он сейчас, короче, знаете, что сделает? Он сейчас выкинет принца вот сюда. Ну, в принципе, можно его как-то оттолкнуть, этого принца. Попробовать задефаться как-то вот с помощью торнадо. Гром, что-то, ну, вообще не прет. А, я не могу, 5 минут играю в одну катку. Боже, какая наркомания. 800 хп, ну, вот ошибка была в том, что я вышку потерял. Вот с арбалетом всегда так. Ну, блин, если бы был обычный арбалет, я бы добил с пылами, камон. Согласитесь, да? То здесь вообще не варик с пылами. Ну, чем, бревном? Мне до хрена бревен надо. Так. Давайте попробуем торнадо, чтобы минус этот. Ну, вы поняли, да? Так, попробуем пеку сюда кинуть. Так, смотрите, смотрите, 19 секунд. Но если только гигантом отвлечет. Только гигантом. Бля, да вы чё? Нет, тихо. Давай, 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 пека, доходи к вышке. Давай, родная. Давай, еще тыку. Давай. Жаришка. Бля, пацаны, чё? Я 5 минут играл, оставалось 8 секунд. Ух, жарко. Блин, да я не знаю, все равно как-то вот... Вот что-то не то. Вот. А если взять, например, яд или фаер? Давайте... Ну, блин, он тут неуместен здесь. Ни яд, ни фаер. Так, то. Ну, к примеру, да? К примеру, мы берем яд. К примеру... Не, ну тут яд не очень. Лучше фаербол. Фаербол будет... Или нет, или не получше. Я не знаю, что лучше, фаер или яд в этой деке. Давайте попробуем с фаером, чисто тест. Мне кажется, с фаером будет получше. А так, в принципе, колода ничего так, да, ребят? Казалось бы, вот гигант контр, блин, этому арбалету, если уметь играть. И мне два гиганта подобралось. Спасибо, Supercell. Давай еще одного гиганта подкидывай. Ну, понимаете, тут как-то странно называть контр, потому что... Ну, называть контр гигант арбалету, когда у меня еще есть пека в колоде. То есть не поймешь, у меня дека с пекой или с этим, с арбалетом. Это, скорее всего, три... Блядь, да вы че? Ну, ёпушки-воропушки. Вы задрали меня. Рели задрали. Может, дадите мне поиграть нормально против, я не знаю, там, такого угодно. Но только не гигантов. Да хога там, мортиру, я не знаю, ну, блин, бесит такой расклад. Ладно, попробуем сейчас, короче, с помощью... Жаль, не палач был по циклу, так бы нормально наваляли ему. Ну, в принципе, вроде задефались. Вроде как задефались. Ой, нет, только не валька, только не вперед. Да ёптить, фаербол еще криво. Да сука, что мне так не везет с колодами и с циклом? Минус вышка, все, я не знаю, как мне теперь выносить его, когда минус сторона... Ну, спасибо, конечно, Глобалу за гигантов. В принципе, это ж классно играть арбалетом против гигантов. Ну, ладно, у меня пека. Блин, ну нет было по циклу палача. Так, ладно. Ставим... Бля, арбалет кривой. Надеюсь, на этого нету у него эликсира, на гиганта. Ха! Надейся, блядь! Чё вот у меня так... Ладно. Тихо. Мегаминьона убить, мегаминьона убить. Отлично. Ну, пеку подкидывать как-то, наверное, тупо, да? Ну, давайте попробуем. Я хер знает просто по-другому как. Сейчас будет валька эта грёбаная. Давайте, сейчас валькирию надо уничтожить быстро валю. Валю, давай, валю, отлично. Давай, минус валя, да чтоб выжил палач. Полная дичь, полная, не, вот с фаером вообще не заходит, говно. Да блин, опять же, вначале я бы не потерял бы вышку, если был бы палач вместо громоверца в деке. Что это за бред? Ну реально, вот так бы был бы палач, он бы вообще спокойненько дефал эту ведьму, вообще не парился бы. Да, так, о, он еще один сборщик поставил. В принципе, сейчас может быть шанс, что арбалет пройдет, ебой. У него нету разряда, да?
Ему же нечем переагрить арбалет. Так. Ну тут, естественно, бревно. Остается очень мало времени. Тихо. Вышку забрать, вышку забрали. А что дальше делать? Вот что Рили делать дальше? Я вот не знаю, у меня опять 5 минут играть с ним. Ладно. Деф от ста я смогу. А победить не факт. У него что, он завис? Он завис? Скажите, он завис? Он не играет. О, да. Или он сдался, или завис, я не знаю. Но я вижу, что у него 10 телека в бачке. Красава вообще. Мне повезло, так бы опять 5 минут играли. Короче, не знаю, как-то странно, ребята, все получается. Но опять же, я не потерял бы вышку, если был бы палач по циклу, а не громовержец. Ну, не знаю, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой колоды. 4900 я взял, в общем, блин. А все равно по фану, все равно мне нравится играть в глобале. Если вы хотите больше глобала, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и напишите в комментариях. Я читаю ваши комменты, поэтому пишите больше комментов, ну, с каким-то вашим мнением, может, пожеланием каким-то, еще что-то, а не просто там, я первый, hold the class, там, ура, колокольчик, еще что-то. Пишите более какие-то комментарии развернутые, чтобы я мог понимать, что мне делать, что не делать. Может, к чему-то прислушаюсь, может, какая-то критика будет. В общем, пишите, как вы любите, и ставьте лайки. До новых встреч, скоро увидимся, еще новый видос сегодня по твинку, и стрим не пропусти. Пока!